Вести город. Ограничение 60. Большое опочивалово. Походу, здесь кто-то останавливался ночевать. Возможен затор в левой полосе. Ограничение 90. Опасность. Ограничение 90. Ограничение 70. Ограничение 40.
Впереди город. Ограничение 60. Впереди мобильный пост ДПС «Контроль скорости». Ограничение 60. Впереди мобильный пост ДПС контроля разметки. Ограничение 90.
Спасская полесть. Впереди город. Ограничение 60. Впереди город. Ограничение 60.
Впереди город. Ограничение 60. Впереди мобильный пост ДПС контроля разметки. Ограничение 60. Ограничение 40.
Впереди город. Ограничение 60. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 60. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 60. Впереди мобильный пост ДПС, контроль разметки. Ограничение 60. Впереди плохая дорога. Ограничение 40.
Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 90. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости.
Ограничение 90. В общем, я решил немножко отдохнуть, покемарить, если получится. Не знаю, часок, может быть. Будильник ставить не буду. Как проснусь, так дальше поеду. Что-то немножко это в сон начало клонить. Остановился еще в таком месте, где нифига ничего нет. О, BP. Отсюда сколько? Вышка, взлета. 13 километров, вот туда доеду. 13 километров. Не заодно отдохну.
Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 90.
положение определено. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 90.
Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 90. Я уже часик поспал и еду дальше.
Впереди мобильный пост ДПС. Ограничение 90. Впереди мобильный пост ДПС «Контроль скорости». Ограничение 60.
Впереди город. Ограничение 60.
Впереди город. Ограничение 60. Нижегородская, а просто по Новгородской, это же Великий Новгород. Вот, да там нет, вроде работает, все хорошо, все исправно, пока спустя.
Впереди город. Ограничение 60. Вот расчетное время прибытия показывает в 22:30, ну, уже до точки Б, это в район Таганки. Вот думаю, как это нагнать время, чтобы в Московскую область въехать засветло, ну и желательно до Москвы как бы засветло доехать, но не знаю, получится.